только вчера был снежный буран, пурга, все занесло. Город, как всегда, был в полной депрессии от снегопада. А сегодня, смотрите, какая прелесть. Сегодня 17 февраля. Весна показывает уже свои ушки. И вот спрашивается, почему люди здесь, на Камчатке, такие все активные, все постоянно что-то делают, куда-то стремятся. Постоянно такой энергичный очень. А ответ очень прост. Перерыв между пургами очень небольшой. И поэтому все стараются в эти перерывы сделать свои все неотложные дела. Ответ прост, на самом деле. И еще вот напомню, вот эти вот, видите, черные огромные кучи нагрибные. Это они не из-за токсинов каких-то или не из-за выбросов. Это просто здесь дороги посыпают черным песком с Халактырского пляжа. Он черный. Загляните в мои другие фильмы, где я вам показываю Халактырский пляж. Там песок черный. И его привозят на улицы города и посыпают дороги. Здесь нет никогда и не было, и не будет никогда реагентов. Вот такие все, видите, энергичные. И дети тоже. Минус 6 на градуснике. Минус 6 на термометре. Но по ощущениям прям все плюс 6. Не холодно. И я прям ощущаю, как комфортно работать сейчас на улице. Ветра прям ни ветриночки нет. И с такой завистью смотришь на работающих на улице. Не в том смысле, что хочется поработать, а в том смысле, что комфортно. Им сегодня прям повезло. Но снег тяжелый, скорее всего, для уборки. И прям лужи, вы видите, это только 17 февраля. И только недавно была пурга очередная. Кто-то мне совсем недавно говорил, что в Петропавловске-Камчатском уже нет смысла заниматься бизнесом. Но бистро, кафе, рестораны, все открываются, открываются новые. Это я сейчас в районе Паруса. В Парусе ничего не меняется. Сейчас час пик, молодежь развлекается громкой музыкой в автомобиле на всю прям улицу. Какой-то рэп. И вот такой солнечный и радостный сегодня день. Все такие радостные, счастливые.